and weddings here in Ukraine, you have to go to like a justice of the peace place first. I mean, that's the official legal wedding, and so that's what we're doing here. Just did pictures, and now we're getting ready to go in with the ceremony, which should be interesting. And then after that, we're going to go to the church and do an unofficial sort of religious ceremony. Шановні наречені, батьки, запрошені гості, ми щиро вітаємо вас в урочистій мені. А ви подайте один одному руку і зробіть свій перший крок у щасливе подружнє життя. Як України, Скільник Іван Геннадійович та Горохова Анастасія Сергіївна. Дорогі наречені. Настає час. Обращаюсь сегодня к вам. Насколько оно важное, сильное, что он чтит и уважает это то, чего должно. Church ceremony here, and now what's traditional for pictures is the couple goes around the town and takes pictures of different important spots around the city, like statue or fountains and things like that. So we're getting ready to go with them, and then after that we'll have a reception together. When you get married is to drive around the city, look for a beautiful place or a historical place and go take pictures there. Well, it's summertime, lots of brides. At this spot, we have another bride with our bride taking pictures. So two brides in one location is kind of funny. And we're having an ice cream break. That's all. Another bride, another limousine. So many brides today. It's a good day to get married. Saturday. Okay. Итак, друзья. We just went and took pictures for about 3 hours, and now we're back at the party, the reception. So bride and groom just showed up, and we're gonna go in there, into the building, and celebrate. Друзья дорогие, любовь берегите и нежные чувства всегда вы храните. Пусть жизнь ваша будет любовью согрета на многие, многие, многие лета. Ну теперь самый роскошный вопрос. Настенька, день рождения твоего любимого. 15 января. Ну, Ваня, соответственно, эту дату знает. Скажите, ваши родители в детстве как вас называли? Ну, например, Настенька, как Ваню называла мама, как ему нравится, чтобы его называли? Ванечка, Ванюша. Ванечка, Ванюша. Пусть долго-долго счастье длится. Не расставайтесь на час. Это тебе. Я сама лично делаю для тебя. Да? Поздравляю. Да, подходи. Тебя он за руку возьмет и вдаль за собой поведет. Да. Совместно, уверенно, нож.
врезается. Начинать. С какой стороны? Пеленать? Ну, наверное, начался. Ну, начните, вот с какой-то. Фотографы, фотографируйте. Так, Ванюшка? Молодцы, правильно. Смотри, Ваня, видится Ваня на тебя? Ванечка, Ванюшка, я тебе подсказываю. Вторую сторону ты точно так же делаешь. Ручку по швам, Ванечке маленькому. По швам, не плачь. Не плачь, малыш. Молодцы. А смотрите, что у вас получается. Маленький Ванечка, раз, и вот она ручка. Что нужно сделать? Молодцы, пусть желаем счастья. Пусть минует жизнь и всякая Лени Настя. Пусть метрово и прикой, жизнь у вас длится. И как месяц молодой. Раз, два, два с половиной, два с четвертиной, три. До свидания всем большое. До свидания. Пошли на фотографию.